Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга. Это Mountain Blade Warband, модификация The Last Days. Итак, друзья, последний наш пункт. Долгулдур, оплот зла, который все никак мы не можем взять. Наконец-то прибыл кто-то более-менее компетентный, чем Фарамир, которого уже, очевидно, съели, поскольку он попал в плен. Так вот, осаждает у нас теперь владыка Элронд. Поэтому, посмотрите, он прибыл, в принципе, с армией такой неплохой. У него 105, но кроме этого еще Эль-Рахир, а не Рахиль, 60. И Эладан тоже 60. Кроме этого, тут еще Келеборн топчется. Ну, мне кажется, что Келеборн не будет. А еще Халбард. И это, в принципе, и Младрис. Хотя я вам скажу, что и Гондор, конечно, не хилый. А, и Мрахиль это... Это Гондорец. Это Гондор. Да что ж ты, князь, так, князь. Какой дол Амрот? Давай-ка мы его догоним и скажем, что надо это... осаждать, если получится. Так, мы снова встретились, князь. Я всегда буду посовещаться насчет войны. Я слушаю, что предложите возглавить штурм вражеского поселения. Неужели? Это немалое предприятие. Есть вопросы, которые мы должны обсудить. Я слушаю. Во-первых, мы должны думать о препятствиях этой задачи. Каких? Сталь должна быть наточена, солдаты лошади накормлены, костры горят, вода принесена, раны обработаны. Битва менее славная, но не менее важная, чем та, что вы будете сражаться на крепостных валах. Так как мы уже слишком разбросаны, чтобы дать вам то, что требуется, вы должны быть готовы предоставить то, что необходимо для поддержания вашей армии в рабочем состоянии, в условиях осады. Требуется 100 тысяч ресурсов и 34 влияния. Во-вторых, у нас нет разрешения вести наш народ против вражеской столицы. Эти места могут быть... против вражеской столицы нельзя. Только тогда, когда все наши силы будут объединены. Только там, где наш враг был достаточно слаб. Кроме того, вы должны знать, что Гондор занят своей собственной компанией. Наши знамена последуют за вами в бой, если позволят обстоятельства. Но не надейтесь, что вы вполне можете остаться в одиночестве. Наконец, помните, что, будучи великой надеждой Франции, фракции Гондор, вы можете наслаждаться славой победы, одержанной с таким трудом, и назвать эту победу своей собственной. Но все, кто живет в Гондоре, заплатят за вашу неудачу. Вы несете за собой судьбу Гондора, навлекаете на нее гибель. Последствия будут тяжкими. И Мрахиль, по-моему, тебе памперс нужно дать. Да, господин, позвольте. Иди нафиг. Пошел вон, зараза. Не будут они нападать на столицу, а Долгулдур есть не что иное, как столица, собственно говоря. Поэтому очень плохо, очень жалко, что у нас вот так вот получается... Но, 220 или 330 эльфов, и нас 200, это 500, и если они пойдут днем, они, черт возьми, закат, ну неужели вы ходите такими глупыми, то у нас может что-то получиться. Там, правда, пришел воевода со своими 148 рылами, но мы, друзья, сейчас подождем. Пока эльфы пойдут в атаку, посмотрим наш отряд. Ну, вот так он выглядит, наш отряд. Фейнул я поставила самый конец. Да-да-да. Из вещей у нас, в принципе, тоже все в порядке. Все есть. Еда полным-полно. Даже еще говядина вчерашняя. Свежая говядина у нас свежая. Ну вот, поэтому мы будем варить гуляшек, друзья. А когда отправятся наши эльфы, в конце концов, в атаку, мы
Посмотрим, будет это ночью или вечером, или днем. Присоединимся, а сейчас я просто за кадром подожду, а с вами мы увидимся через пару секунд. Итак, друзья, опять сумерки. Сумерки, и наши бравые эльфы решили именно в сумерки напасть. Ну, может быть, сумерки еще не так страшно и странно, поэтому давайте попробуем присоединиться к штурму. Так, вот так вот. Теперь все за мной. Понятно, что эльфы меня слушать не будут. Но главное, чтобы меня слушали мои. Будем двигаться все в куче. Да вы не попадете все равно туда никуда. Поэтому вперед. О, рейнджера уже какого-то застрелили. А не, смотри-ка, ривендельский лучник там кого-то прибил. Что ж, ладно. А раз так... Да, по крайней мере, сейчас у нас светло. Давай. Эльфийцы, надо быстренько к этой, к двери пробивать ее. Там, конечно, у нас будет сюрприз. О, смотри, видишь, сколько их тут уже поубивали. Они тут стояли и стреляли. А тут не надо стоять и стрелять. Это у нас Элронд. Ну вот. Ну вот. И, пожалуй, мы отойдем. Ибо нефиг. Надо встать здесь, где стрелы не достают. Посмотрим, что у нас творится. Да, видите, как все растянуты. Знаю, насколько мне удастся. Пробраться. И при этом не отхватить. Видела, где-то мелькнула у меня перед глазами дубина Димборна. Хорошо. Слушай, я сюда никуда не могу. Не, никуда. Как бы в обход бы пойти бы. Зараза. Thank you.
Добили. Так, все в атаку. Не, надо наверх. Неважно, какими силами, но наверх прибить этих лучников. И там, конечно, зараза эта каменная. Эмладрис! Да. Хочется ругаться матом по-эльфийски. Это зараза каменная. Еще на лестнице стоим. Очень неудобно. А вы мне мешаете на самом деле, ребятки. Вот. Так. Вот туда. Да. Туда, на стены. Не стоим, продвигаемся. Вырезать всех этих лучников. Чертовых. Элронд! Это вам за Фарамира. Вон они. Так, я так понимаю, здесь они больше не появятся. Хорошо. По крайней мере, эту часть стены мы зачистили. Но нам еще выше, нам еще очень-очень далеко и очень высоко. Так, давай-ка мы здесь пройдем. На эту сторону. Кто это тут марширует? Гном застрял. А, мои здесь уже побывали, здесь уже расчистили. Окей. Битва, конечно, еще идет внизу. Ну, я, наверное, зайду наверх. Здесь тоже никого? Странно. А еще выше? Да. Вон там и идет битва. И там тоже этот каменный тролль. Так, понятно. Ой, сколько вас тут, зараза. Глорфиндзель со мной. А что делать? Ну ты ж мне даже встать не даешь. Ну что это за фигня такая? Так,
Подожди. Долбанутая анимация, блин. Так, давай-ка сначала лучничков берем. Да, сколько вас тут? Я понимаю, Изя, все, в смысле, Глорфиндель. Да, зараза какая. О-о. А их тут опять высыпало. Как обидно-то. У нас происходит. Ну, в принципе, шанс есть, как мне кажется. Опять же, там эти каменные тролли. Ах, вот они откуда выходят. Ага. Ну, странно, кстати. Я пробовала туда зайти, нельзя было. Так, ну ладно, наблюдаем. По крайней мере, у нас теперь день. Теперь светло, теперь хоть что-то видно. Да, смотри-ка, сюда можно внутрь заходить. Не будем пока лезть, а то мы сейчас застрянем там в текстурах. И там та вот последняя дверь, которая ведет в башню. И еще у нас, если мы доживем до этого момента, будут сражения в башне. Ну, что-то мне подсказывает. Хотя, смотрите, смотрите, все не так плохо. Не так плохо пока что складывается. У нас всего 8 человек убило. Странно. Орки опять появились на стенах. Ну да, они там спавнятся. О, вот теперь все очень плохо. А выглядело все так хорошо. И опять каменные тролли. Это ужасно. Сколько мы убили врагов? 500. Но их было 800. Алло. Смотрите, так, 500 и живых 600. То есть где-то еще 200 осталось. И кабы не вот эти вот тролляки дурацкие, которые просто утюжат. Их тут еще двое. Еще двое. Кто с ними справится? Они просто на раз убивают всех. Лучники против них нужны. Вот там этот копейщик с этим, со своим
Он даже в орка попасть не может. А, и там внизу еще один вылез. Да, печально. Печально это печально. Тем не менее, подкрепление еще какое-то идет. Я так думаю, что эту горстку нам сейчас тут разложат быстренько. А смотри-ка этот знаменосец-то. Уж не знаю, что он делает. Да, все. Знаменосец-мечник и отборный застрельщик Рохана оглушен. Так, ну одного, смотри, они там завалили, и вон еще один этот знаменосец. Давай, нацеливайся ему прямо в глаз. Это, конечно, не циклоп, но тем не менее. Там еще эти лучники дурацкие пришли. Ну давай, куда ты бежишь? Вот, все, они наконец-то его стали пробивать. Сейчас он получит стрелу в спину. На этом дело закончится. Забили. Молодцы. Молодцы. Внизу тоже забили. Каменного, каменного. Так, ну а здесь, конечно, высыпала огромная толпа орков. Они, конечно, их раскладывают, но... Не так эффективно. Так, это наш человек. Это Бёрлинг. Повернись, тебя в спину бьют. Давай, 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 лупи. Там еще один какой-то здоровый со спины. Он свое сделал. Он ударил пару раз. Так. Ну что, силы. Собираемся, собираемся все вместе. Так, понятно, у нас там кто-то где-то застрял еще вдобавок ко всему. Кто-то у нас куда-то стреляет. Куда стреляет? Вот где у нас еще толпа. А я пробовала сюда зайти. Да-да-да, а вон где у нас вход был. Все стоим. Все стоим. Вот этот тупняк на марше, конечно, вот больше всего выбешивает. Да, все-таки, как ни крути, войско Эмладриса сильнее будет гондорцев. Ну, может быть, они и многочисленнее. Там гондорцев-то была горстка в прошлый раз. Мы с вами их даже и, по сути, не видели. Так, все, смотри, этих они разложили. О, тут еще тоже толпа. Наверняка все эти раненые уже эльфы. Два осталось. Не. Все. Сложили. Сложили, зараза. Да. Не вышло. О, тут еще вылезла толпа. Сколько вас? Это я не совсем понимаю этот счет. Так, смотри, 800 убили. Осталось 100. А, ну да, там было 200 еще этого воевода. Ну? Мне так кажется, что у нас сейчас будет второй... Нет! Какой отступаем? Блин.
Чему отступаем? Короче, к следующему штурму. Это я просто не ту кнопку нажала. Итак. Сразу музыка такая. Ай-яй-яй. Шопен. Похоронный марш. Лунная соната. Никаких. Давайте добьем уже все это дело. Я прослежу. Прибыли новые враги. Сколько их там? Какая больше? Ну давай же уже куда-нибудь сдвигайся или свали, отвали отсюда вообще. А-а-а. Это дурдом какой-то. Так, я только одного не пойму. Это не значит ли, что у нас вся сада по новой? Я вместо Тильды нажала на табулятор. Не, вот что получилось. Отступаем. То есть, подожди, все по новой? Смотри, дверь закрыта. Да вы шутите. И у меня половина здоровья, и половина наших этих перебита. Да ну на! Че, издеваетесь, что ли? Если сейчас окажется, что там столько же этих газенышей. Или нет? Или это просто... Так, короче. Я скомандовала своим... Все за мной, да, вроде как? Поэтому стоим и ждем. Все вперед. Блин, он все заразы наверху. Так, вот смотри, вот отсюда они выбегают. Могу ли я как-то от... Как-то так просочился мимо меча. Могу ли я как-то отсюда? Вот здесь надо стоять и стрелять. Своим я, естественно, не скомандую. Сюда, кстати, стрелять. Давай мы попробуем какими-нибудь тайными тропами зайти к ним в тыл. Так, это не тыл. Ага. Объект разрушаемый? Похоже, что нет. Мы сражаемся с мельницами. Тайные двери. Нет, нифига, мы тут не откроем. Но они отсюда появлялись, орки. Прям высыпали отсюда. Возможно, что здесь их место респавма. И лучше бы мне тогда здесь не стоять. Вот
смотри, там наши уже как-то на лестницах. Таким образом. Я в атаку, я сказала, нет? Непонятно. Угу. Они оттуда отступают, значит, там они всех перебили, так? Хорошо, будем надеяться, что это так, поэтому пошли сейчас выше. Сюда мы уже ходили. Так, а почему все там-то? Щемится. Кто-то куда-то упал, очевидно, один какой-то. Орк. И вот они теперь его достать не могут. Да, я уже даже вижу, где. О, майн год. Ну, ладно. Эмладрис, Эмладрис, слышу я. Да, укрепление, конечно, мощное, что и говорить. Так, все, добили. Сюда идем, ко мне. Нет, не добили, явно. Да, там кто-то один сидит. И они его не могут добить. Ну, а мы проверим, что у нас тут наверху. Там же еще где-то была дверь. Я так думаю, что ее надо выбить. Там тот орк, который свалился, его надо застрелить стрелами. Очень плохо, если они сейчас расстреляют свой запас. Но по большому счету я могу туда свалиться ему на голову и попробовать его там добить. Так, а вот та самая заветная дверь. Нам говорят войти. Ну что, войдем? Нифига не войти. Не. Очевидно, пока мы этого последнего не добьем, войти никуда нельзя. Так, сейчас главное не свалиться и не свернуть себе шею. Это будет самое позорное в этой битве. А с другой стороны, свалиться придется, потому что... Кстати, какие тут красивые виды, да? Лес такой. Куча дебилов, которые не могут прибить одного застрявшего орка. Ну что ты будешь делать, а? Кто-то даже догадался туда наверх зайти, но без стрел. Так, подожди-ка. Мне главное сейчас самой не застрять где-нибудь. Черт знает где. И где он? А, он даже не здесь. Он оттуда, со стены свалился. Я думал, он в эту яму свалился. Так. Могу ли я взять какой-нибудь, например, лук?
Но я их не найду, очевидно, уже ничего. Никакие луки. Потому что если я туда свалюсь, это понятно, что я оттуда уже не выберусь. Ну-ка, покажи мне, где он там. Да, вот он. Ура! Кучка дебилов. Давай, я, кстати, даже выйти отсюда могу. Ах, битва выиграна при этом. Нам даже входить туда не надо. Ну ладно. Ты появилась как никогда вовремя. А этот куда-то сбежал. Интересно, куда же он сбежал? Смотритель пустоши, тебя не съели. Ты был в плену. Да, там очень много гондорцев. Наймем, конечно, немножечко лучников. Но на самом деле... Ламидонцы, посмотри-ка. Давай возьмем смотрителя пустоши. Просто даже интересно. Ну, на самом деле, я думаю, что мы просто отдадим этих гондорцев гондорцам. Вот, даже копейщиков возьмем. Знатного возьмем. Тоже повезло тебе, что тебя не съели. Ламидонцев, наверное, не будем. О, куча добра, куча добра. Вчерашняя говядина. Ну, добро это нам тоже, в принципе, уже ни к чему. Возьмем просто немножечко. Больше там ничего и нет. Трам-пам-пам-пам. Смотри-ка, смотри-ка, смотри-ка. Все с Долгулдуром. Покончено. Руины. Что у нас с отрядом? Вот так вот. Димбер изволил прокачаться. Да, Димбер, я видела, ты славно бился. Дубиной ты орудовал только так. Итак, что тебе сделать, Димбер, полезного? Живучести тебе разве что только добавить. Давай, будешь здоровяк. Просто здоровяк. Так, древковая. Это у тебя топор твой? Как это ни странно. Вот, ну и я не знаю. Дубина это, по-моему, его. Одна ручка была. Метание. Откачаем. Бывай. Ну, Ивановна у нас решила прокачаться под конец. Навыки какие у тебя, душенька. Мы можем тебе наконец-то сделать 18 силу. С этой силой что ты будешь делать, когда у тебя сила? Да, мы тебе мощный удар дадим. Будешь отбиваться. Так, стрельба из лука, естественно, не качается. Одну ручку ей можно добавить. Хорошо так добавить. Вот. Так, кто еще у нас? Фаинул у нас стояла в самом конце. Соответственно, она там и остается. Соответственно, все эти лучники. Кто-то выжил. Кто-то выжил. По-моему, до моих элитных войск даже не дошла очередь. Но, тем не менее, выжившие прокачались неплохо. Горный пехотинец. Да нет, королевский страж один погиб. Этих тоже всех тут хорошенечко почикали. Ну да ладно. Так, давай сразу до пехотинца. Хотя надо было тебя до стрелка, наверное. Но на самом деле уже совершенно не важно. Гондорца. Так вот,
Подождем, что нам скажут. Что скажут нам события? Воцарится ли мир на этой земле? Это был последний оплот сил зла. Кто-то еще готов к повышению? Давай, донечник, от тебя. Так, ну и мне, конечно, не хватило буквально чуть-чуть. Буквально пару орков не хватило. Естественно, мы качаем себе одну ручку до упора. Давай в Карсголодон скинем там всякое барахло. Держава Долгулдур больше не существует. Лотлориен и Имладрис уничтожили ее. Война кольца окончена. Сила добра уничтожили всех врагов и победили. Представляете, друзья? Война окончена, и что дальше? Гэндальф приедет, поздравит нас с этим славным событием. Да! А вот и Гэндальф поймал нас у входа в Лотлориен. Приятная встреча, Айнайорн. Халет, герой Рохана, моя вера в тебя оказалась не беспочвенной. Силы тени сломлены, и твои усилия сыграли в этом не последнюю роль. На тебе, к сожалению, я не возьми. Ну да ладно. Благодарю тебя, Митрандир. Сарумана больше нет, а Барад-дур рассеялся в пыль вместе со своими темным властелином. Все народы Средиземья освободились от угрозы, которая едва не поглотила все то доброе и чистое, что есть в этом мире. Враг побежден, и король вернулся. Была долгая кровавая война, и многих наших друзей уже нет с нами. Да, у нас много поводов для сожаления и скорби, но еще куда больше времени нам придется потратить, чтобы перестраивать и восстанавливать. Но пока возликуем вместе с теми нашими друзьями, кто остался после нас, и восславим все то, что мы достигли в последние дни третьей эпохи. Сказал Митрандир, у него такой же, кстати, конь, как и у меня, похожий. Но это все, друзья, мы победили. Мы поговорили с Гэндальфом, который очень быстро исчез. А что будем делать в это мирное время? Чем можно заняться, когда времена мирные? Торговать. Поэтому Карсголодон. Давай, эльфийские склады. Давай вот это вот все мы скинем. А у них не так много вообще-то и денег. 200. Можем что-нибудь у них купить. Что-нибудь. Ну, не знаю. Вот. Ай, давайте, сколько есть. Так, теперь, что у нас там? Оружейные мастерские. Да, вы мне писали, что вот, я там не менялась с ними. Можно было очки от одних, от одной фракции гонять к другим. Но на самом деле мы все это делали с вами в предыдущем прохождении. Все это знают. Механика нам известна. И повторять ее просто ради того, чтобы повторять, ну, честно говоря, неинтересно. Так, пошли на главную площадь и поговорим с Галадриэль. Она же там. Что скажешь, светлейшая, мудрейшая? Тебя явился израненный боец. Рада снова тебя видеть, Айнайорн. Что у тебя есть, Галадриэль? Давай, Лембас. Что с тебя еще можно взять, кроме эльфийских голубцов? Я думала, ты сейчас меня поздравишь или еще что-нибудь скажешь. Но нет. Галадриэль молчит. Сапоги нам жмут. Что мы делаем? Давайте-ка мы зайдем в казарму.
Да-да-да. Некоторые бойцы в моем отряде пригодятся, да. И давай-ка мы просто-напросто всех отдадим, кто у нас, кто не наш. Вот, забирай лучника. Это все роханцы. Ага, ага, ага. Так, это не те. Лоренский отдать. Так, голодримцы, да, их 6 человек. Ну, мы их отдадим. У нас мирные времена, поэтому пусть они все расходятся по домам. Это гондорцы. Лебединые рыцари. Так, налетчики. Мечники. Это зеленолесья, гномы, ривендельцы. Так, ну все похоже, да? Эльфов у нас больше нету. Ну, по крайней мере, лот Лориена. Готово. Забирайте, получите и распишитесь, как говорится. Так, в принципе, мы так же само можем расформировать всех остальных. Пошли в Имладрис. Давай-ка мы войдем в лагерь. Я вот прям вот, мне даже интересно. Может быть, нам Элоренд что-нибудь скажет? Это Гладриэль, понятно, она не от мира сего. Ну, Элронд-то, мы же сражались плечом к плечу. Они вообще тут? Да-да-да, я видела, что они вошли. Элронд, тебя не съели. Я тебя поздравляю с этим. Рад снова тебя видеть. Ну, так себе отношения у нас с ним. Всегда буду помнить, как мы штурмовали руины поселения Дол-Гулдур. Да, он просто будет помнить. Определенный ранг у нас с тобой и так. Так, фляжка, побег и лембас. Очередные эльфийские голубцы. Давай, бывай. Давай-ка мы поговорим с казармах. И забирайте для обороны. Ну, сколько у них тут, посмотри. Очень даже неплохо все. Так, это ветеран, Рохан. Так, рейнджер. Забирай. Эх, Галадрим у нас остался. Затесался один. Ривендельский мастер меча забираем. Этих двоих забирайте. Тароханцы. Так, чемпионов забирайте. А все-таки у нас какие-то налетчики появились. А по-моему, я их уже налетчиками взяла. Ну ладно, ладно. В конце концов, до стража качается. Так, это все гондорцы. Такой интересный. Рванин. Откуда он? Подожди, смотритель пустоши. Это кто вообще? Это из каких? Из каких народов? Так, все что ли? Ну, в конце концов, если мы кого-то забудем, мы просто можем отпустить. Мне казалось, что у меня было больше Имладриса. Так, это Этилен. Гнома, барды. Да, все. Так,
Окей, готово. Угу, бывайте. Прощайте. До свидания. А, пока мы здесь, давай отдадим в Карандулин последнего. Война кольца. Так, уничтожили, да. Она нам периодически будет напоминать. Типа, а чё вы, чё ты тут делаешь? А вот хочу я. Забирай. Галадрима. До свидания. Вот. Мне странно, что у нас еще стоят эти всякие лагеря. Гондорские. Ну, в принципе, может быть, оно и хорошо. Он стал слабее. Да. Мы всех победили. Так, казармы. Давай отдадим им. Угу. Так, забирай. Забирай. Гондорца забирай. Пехотинца. Они там решили прокачаться, но нечего качаться. Все, ребятки, домой. Домой. Лучник Гондора. Ну и сколько у нас было гондорцев-то? Ну, потому что мы много там воевали, освобождали. Так-то специально я, по-моему... Может, и брала. Кстати, лучники цитадели красивые. Так, это гномы. Селен, кстати, они, по-моему, не возьмут. Так, Трандуиль, гном. Мечник Гондора. Забирай. Поинул, в принципе, можно поставить повыше. Она тут не путалась. До свидания. Так, а я куда выдвигаюсь, друзья? Я выдвигаюсь именно в тот самый Гондор. И в прошлый раз, в прошлом прохождении... Мы с вами не видели возвращения короля. Может быть, они сделали сейчас. Мне очень хочется посмотреть, зацвело ли, в конце концов, дерево. Кто-то там с кем-то бился. Слушай, ну хватит уже, а? Я все знаю. Ну, у нас тут всякие дезертиры, там прочие отщепенцы еще будут попадаться, естественно. Ну, это уже ерунда. Итак, давай-ка на верхний уровень. Нет. Тут все так же. Тут все так же мы можем только себе представить. Давай попробуем войдем. О, политушки. Пойдем в замок. И где ваш король? Где ваш король? Что за... Пипин. С возвращением, Айнайорн. Здравствуйте, господин Пипин. Наместник, где король? Рад видеть себя. А я вот как-то не очень. Особый предмет. Котел. Иди сам в свой котел. Вот. Нет, друзья, не сделали нам возвращение короля. Куда бы мы с вами ни заходили. Давай, разбивай эту дверь. Самое сокровенное место. С
Средиземье. И мы сюда пришли. Нет, не надо так делать. Мы просто-напросто преклоним колено. Кстати, если мы так посмотрим, мы увидим. Да. Да, друзья, и именно здесь мы с вами и закончим наше прохождение. Играли мы за Рохан, пришли мы сюда. Самое сокровенное место Средиземья. Силы зла побеждены. И я так очень надеюсь, что король вернется. Конечно, хочется сказать, как говорится, под конец прохождения игра хороша, но вот эти... По-прежнему остается много багов. Хоть и это новая версия, я думала, что сюда добавят действительно, но могли хотя бы сделать какую-нибудь фигурку того же короля, там, чтобы уже на троне сидел не наместник, например, а новый король. Забыла, как его зовут. Арагорн, вот. Могли сделать какую-нибудь кат-сцену, вот такую же, как с Гэндальфом, только с возвращением короля. Но, к сожалению, ничего этого нету. И что еще расстраивает в этой игре, так это, в принципе, то, что под конец мне уже стало просто выбешивать. Это вот эти все застревания, зависания. Мы знаем, что Warband этим славится, но тем не менее. Время идет, моды делаются, можно что-то, наверное, починить или что-то добавить, или сделать что-нибудь еще интересное. Но, тем не менее, The Last Days of the Surge Age, или еще как-то. Короче, TLD наша остается лично для меня одна из, в принципе, интересных модификаций, которую всяко стоит проходить. И на вопрос, буду ли я проходить за силы тьмы, нет, друзья. Третьего прохождения этого мода я не выдержу. Может быть, я просто сделаю себя перса, я уж не знаю, может быть, Нуминорца или Нуминорку, я не знаю, есть ли там женские персонажи, просто для того, чтобы походить по локациям вот этих темных сил и посмотреть как бы внутреннюю архитектуру. Так-то мы не можем заходить в их города, пока мы играем тут за эльфов или за роханцев или за гондорсов. Вот. Заходим уже только во время битвы, ну и потом видим только уже руины. Вот, соответственно, хочется, как говорится, может быть, зайти, посмотреть, но не проходить всю кампанию, потому что, ну, честно говоря, уже скучновато. Вот, но, тем не менее, на этом мы здесь с вами заканчиваем. Давайте мы еще преклоним колено. И вас я, друзья, тоже благодарю, всех, кто был со мной на этом прохождении. Заходите на канал, не забывайте подписываться. Будут еще... Сейчас мы с Иваном думаем, какой следующий мод по Warband мы будем играть. Я думаю, когда я его буду играть. Но когда-нибудь непременно мы еще увидимся. Всего вам хорошего, друзья, и пока-пока-пока.